Спонсор канала Лагера – компания Thermaltake. Thermaltake – играй еще легче. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Лагер. И вот в последнее время, буквально этот день, стало модно записывать вот такие вот видео про панула Ложкиного канала. Как вы к этому относитесь, это хорошо или плохо? То есть вот такие вот тематика пошла. Я об этом узнал вчера или же сегодня, не помню. Давайте посмотрим, сейчас я быстренько гляну. Мне вот Мистик писал, или я ему писал, сейчас дайте-ка я быстренько его найду, где он тут у меня. В общем, писали рано утром, знаешь во сколько? Нет, знаете, что-то я общаюсь, как с Мистиком. Вот его заблокировали вчера, да, вчера это сообщение было, вот ночью где-то, что-то в такого вот, в часов, наверное, 12 или час, вот что-то такое, написали, что Ложку заблокировали, и вот это же было опубликовано в группе «Скандалы Ютуба», вот это же первая надпись, откуда все узнали вот эту вот новость, и как, в принципе, как я отношусь к нему, к Ложке, да мне пофиг, честно, я в нем не видел ни конкурента, ни союзника, то есть... На самом деле он сглупил. Я смотрел видео Нефёдова, там он сказал, что от этих страйков можно было спокойно отмазаться. Ну как отмазаться? Либо договориться с чуваками самими, либо с партнеркой. Он не сделал ни того, ни другого. И как вы заметили, да, после двух страйков он походу перестал получать деньги, и целый месяц у него на канале не было видео. То есть явное объяснение того, что он пока нет денег снимать не будет. Ну вот его и добили. В принципе, как я уже сказал, отношение моему к этому нулевое, то есть чувак сам тупанул, скажем так. А я говорил с этими чуваками, то есть говорил с этим Артером, Дэшем, кажись, и с Булстреем. Они хотели денег, какую сумму я не скажу, но они хотели от него денег. То есть, если бы он их дал, я думаю, для него там это не такие большие деньги, то все бы обошлось. Но, в принципе, это все, что я хочу сказать и могу. Как накрутчика я его не считаю, поскольку его видео набирали просто умопомрачительное количество просмотров, то есть вполне реальные просмотры, вполне реальные подписки. А то, что говорят, что снимали 700к подписчиков у него, это, как бы так сказать, баги Ютуба, то есть у меня такая же фигня была. Я ее почему-то постил в Твиттере. В общем, когда было обновление Ютуба, то подписчиков у меня половину то забирали, то возвращали, то забирали, то возвращали. То есть, были такие баги. Мне Сел вообще говорил, что у него до нуля опускалось. Так что это, блин, просто баги были. Ну, надеюсь, я все сказал в этом видео, все, что хотел. Ну, все. Пока.